Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим вибромотор на iPhone 5. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем. Далее необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Для этого берем металлическую лопатку, либо медиатор, и отсоединяем, начиная с нижней части корпуса. Отщелкнули. Теперь необходимо открутить металлическую пластину. Откручиваем. Тут три винтика. Снимаем металлическую пластину. Отсоединяем три шлейфа дисплейного модуля. Отсоединили. Теперь нам необходимо открутить несколько винтиков. Приступим. Откручиваем первый. Второй. Вынимаем держатель. Третий. И вынимаем виброзвонок. Вынули. Берем новый виброзвонок. Устанавливаем его в корпус. Теперь нам необходимо его прикрутить. Прикручиваем первый винтик. Второй винтик. И третий винтик. Прикручиваем. Прикрутили. Теперь необходимо установить дисплейный модуль в корпус. Подсоединяем три шлейфа. Первый, второй и третий. Устанавливаем металлическую пластину. Прикручиваем три винтика. Первый. Второй. И третий. Прикрутили. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль. Защелкнули. И прикрутить два нижних винтика. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.